6:30 утра. Всем привет, друзья! Сегодня тоже отвезли в школу в Тулочку, и прогуляться надо утречком. Бывает такое, ну, частенько, не частенько, но мы стараемся прогуливаться. Там цветочки какие сзади меня красивые. Сейчас покажу вам. О, какие цветы. Видите? Там за ними ухаживают. За цветочками он полив идет. Такая вот аллейка красивенькая. В цветах. Он здесь там брызгает тоже на цветы. И там везде вон фонтанчики. Что, туда пойдем? Вон какие цветочки. И здесь тоже. И наша русская церковь. Там ивушка плакучая. Прогуляемся по этому променаду, Бродвею, аллее, как ее еще назвать. А там вот на той стороне реки, там тоже тропинка, люди прогуливаются, спортом занимаются, кто-то бегает. Там машина он чистит, идет. Ух, как поет где-то здесь. А вон это голубка сидит, голубь. Ну, как хорошо поливает. Тоже настраивает, включает, видимо, по утрам. С рюкзаком в школу, видать, на самокате. Где-то скорая или полицейский. Слышно. Тоже везде поливаются.
На меня не надо. Вот докуда достает. Скорая помощь. Там. Все и дорогу уступают, притормаживают. Бог. Вальдхаус и Курпарк. Бадхаус. А там наверху дорога железная. Это трамвайчики там ходят. Вверх-вниз. Вот тоже здесь красиво сделано. И всегда вот ухаживают. Всегда ухаживают за цветами. Опа! Пролетело. Подвязает, видать, кустики. Цветочки тоже все сделано. Там в горшочках наставлено красиво. И здесь у реки. Все вот так вот сделано. Тоже красиво. Водонапорная башня. А там огорожен это мини-гольф-клуб тоже. Как мы с вами видели на Рейне, там где променад-то. Это вот для инвалидов такой подъемчик. Сделали. Утречко. Хорошо так, ну, свежо, нету жары такой палящей. Еще к обеду, наверное, будет. Вон цветочки тоже, все красиво как сделано. Еще 8 нету утра. А это ресторан, кафе. Здесь люди тоже сидят, потом будут. Даже он, наверное, через окно видно, стулья там кверху стоят еще на столах. Еще рановато, а мы с вами прогуляемся.
пока жары нету, хорошо. А здесь вот так фонтан, но он еще не включенный, рано, около 9, где-то 8:30 может включать будут. Вот клумбы, видите какие, тоже там клумбы, вот. А вот это вот здесь вот, это сцена. Вот на этой сцене устанавливают пианино, приезжают кто-нибудь, играют. Здесь люди сидят, слушают, смотрят. Алло. Следят все за этими. За деревьями тоже все прибирают. И вот посмотрите на мосту, как цветы сделаны красиво. И вид какой красивый. А там вот типа лодочной станции на прокат. Там электромоторы. Ну все, пойдем назад. А то время выходит, то вдруг придет проверяющий, оштрафуют. А нам это не надо за стоянку машины-то. Там есть педальные такие, вот они справа такие вот, вот эти вот. Вот. А вот эти вот, они электрические, на электромоторах. Тоже вот кафе, ресторан. Ладно, пойдем обратно. Сегодня тихо. Красота. Ну что вы хотите, курортный город? Да. Здесь население в городе Бодемсе, в самом городе, в котором постоянно люди живут, где-то 9500 населения. 9500. А вот в сезон курорт, ну, летом, летний сезон, сюда приезжает и до 25000 населения становится. Что, ты дальше не пошла? А, Лидочка? Туда не пошла? Мне тут проехала, да я кое-как отдышалась. Угу. Ну вот. И прогулялись. И продолжаем рубрику «Саша строит». Что он там построил? Сейчас посмотрим. Ну, молодец он вообще-то. Один, тяжело, одному, да и годы уже не те. Здравствуй, Володя. Вчера закончил стенку боковую, которая, как говорится, не смотрится с лицевой стороны,
Она немножко как вроде заляпана, но сюда будет техноплекс наклеиваться. Так, вот здесь я сейчас, здесь сегодня я начну кладку. Не знаю, много-немного сделаю, но на улице жара. Работать просто невыносимо. Рядов 5-6 сделаю, а потом возьмусь вот за эту стенку, что точно так же будет за откоска, как и там форма скворечника. Эта стенка лицевая, ее надо аккуратнее делать, чтобы она смотрелась более-менее, хоть и курятник, но все равно хотелось бы, чтобы было лучше, смотрелось лучше. Сейчас немножко погодя и начну работать. Двери у меня будут пластиковые. Я их буду укорачивать. Они 2,28 высоту. Куда такая? Буду делать на 1,90 м. Укоротить я знаю как. Там никаких сложностей нету. ПВХ клей, больше ничего. Болгарка и пила по железу. Так что как-то так. Друзья, но за его строительство-то, что человек старается, трудится, надо лайк поставить, а? Как вы думаете? Всем огромное спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Вот. Не забывайте ставить лайк, пальчик вверх вот так вот, раз-фика. Ну, кому понравилось, подписывайтесь. И еще продолжение следует. Пока-пока. Всего хорошего всем.